Это что за каракатица такая едет? О, какая каракатица. Всем доброе утро, друзья. Снова приветствую вас на моем канале. Сегодня утро, холодно. Вчера перевели часы. И сегодня еще темно. А мы сегодня едем поработать. Поработаем мы сегодня. Едем мы в Миролома разгружаться. Разгрузимся. Не знаю, может, вторая еще разгрузка будет. Так что мы поехали работать, а вам приятного просмотра, ставьте лайк, не забывайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Все, а мы сейчас перетянем вещички и поедем. Так, ну что, друзья, все. Заводим трака. Едем, цепляемся мы вот этим трейлером, который стоит туточка. И едем мы на разгрузочку Миролому. Всего лишь-то туда ехать нам 8 миль. Большой дальняк. Вот. Были выходные. У меня 2 выходных. Мы в эти выходные так провели, как бы, выходные классно. То есть уже зацепились. Пойдем и все делать. Как всегда, нам надо подцепить шланги, поднять лапки. Что-то холодно сегодня, реально холодно. Сегодня на этой неделе обещают еще 4 дня дождь. Так что в ожидании дождя. Так, ну что, идем. Что-то странно, так мало вообще машин, траков. Вроде бы понедельник, рабочий день. Так что аж удивительно. Так, а мы едем сейчас, мне GPS говорит, на десятку съезжать, но мы не поедем, потому что нам вот этой улице Меликенко Авеню. Мы можем доехать прямо до самой разгрузки, где мы будем разгружаться. Туда 7 миль, 8. Но 7 миль осталось ехать. Вот такие вот дела. Так, ну что, ребята, есть новость. Подали на рассмотрение на прошлой неделе. Подали на рассмотрение для новые, как бы, правила для лоукбуков, электронных лоукбуков. Будут рассматривать они 90 дней. И потом нам скажут, изменилось что-то в лоукбуках или нет. Так что, ребята, ждем мы 90 дней. И будем мы посмотреть, что предоставят нам опять наши думщики. Как я уже рассказывал в одном из видео, какие могут быть изменения, так что можете посмотреть. Ссылочка в описании будет. Какие изменения? Вот эти изменения подали сейчас на рассмотрение, и через 90 дней будет ясно, изменят они эти изменения, примут эти изменения или нет. На прошлой неделе очень, как все, так сказать, по-русски я не знаю,
слов было. Вообще бизнес упал с этой болячкой коронавирус. И на прошлой неделе очень так было, медленно работа шла. Грузов было меньше, чем на позапрошлой неделе. Ну, посмотрим, как эту неделю будут грузы. Я думаю, что все наладится, все будет хорошо, потому что сейчас даже уже Вашингтон, уже у нас штат Вашингтон, уже там уже много заболели этим вирусом. Закрыли уже школы и предприятия. Кстати, закрылся на карантин Амазон. Это вчера мне сообщили, что Амазон в Вашингтоне закрылся на карантин. Грузов пока не будет с Амазона. Вот такие новости у нас. Пора поставить лайк, если понравился, если не понравился, дизлайк, я не обижусь. Я хочу изменить канал чуть-чуть. Да, многим не нравится мой канал уже. Многие говорят, скучный, ничего интересного. Так что я буду чуть-чуть менять свой, как бы, канал. Будет у меня теперь не только про работу мою. Будут теперь у меня выходить видео другие. Какие я буду снимать. Так что, кому это будет не нравиться, милости просим, подписывайтесь, если не понравится, если понравилось, ставьте лайк, будете ставить лайки. Подъезжаю, и уже осталось мне 1,5 мили до разгрузочки, и все, и приедем. Поехал я по улицам, вот на светофорах потерял 2 минуты. Поехали. Вот. Территорию объехать, и с другой стороны у нас будет разгрузка. Здесь security у нас, для проверки надо остановиться. И никого здесь нет. Delivery. No. Here you go.
Okay, thank you. You're welcome. Do you know where it's at? Uh-uh. It's gonna be door 2132 on the other side of that building. Okay. Okay? 2132. Okay, thank you. You're welcome. 2132. So for that. Правила здесь надо на территории включать аварийки, ехать на аварийке. Едем мы тут справа здания, вот это мостом. Мы с той стороны здания будем там разгружаться. Так, и где-то там, где фредлайнер стоит, там где-то у нас дверь. Сейчас остановимся и узнаем. Вот. Вот здесь нужно остановиться. Так, ну что, идем сдаваться. Как быстро меня разгрузили. Как-то... непривычно за 30 минут меня разгрузили. Так, ну что? Едем к базе, то есть это ворота. Сейчас обратно на ворота. Скажем, что мы уже пустые. Пока доедем, нам пришлют информацию, что дальше. Едем мы обратно на базу или едем мы загружаться. Что, прислали мне сообщение. Я сейчас еду на базу, загружаю еще одну разгрузку. Это еще один груз загружаю и еду, и я опять разгружаться еду. Вот такие вот сегодня у нас работы хватает. Это очень радует. MT. What's up, man? How you doing? How are you? MT. 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 Okay, thank you. Все, едем на базу. Ну вот, ехал я на работу и потерял я целый час. Здесь у нас авария большая, фривей, две линии закрыто туда и обратно. Авария случилась на East. Ух ты, фидекс загорелся, и этот фидекс, ой-ой-ой, полностью сгорел. Трак у нас здесь. И вещи убирают. Вот кому-то посылочки не дошли до дома. Грузят уже пол трейлера. То есть на боку трейлер лежит, который его грузят. На крыше, то есть на боку лежит. А второй у нас полностью трак сгорел и половина трейлера сгорела, убирают. Ах, как жаль. Ну все, проехали мы.
возле меня произошла авария. Прямо ж на перекрестке, где я живу. Мы стукнулись в две машины и сбили пожарный гидрант.